Так, по Теряевке я снимаю храм. Рядом склад барабаша Игоря. Я около него стою. Тут работает Виталий Калинников. Шиваю. А что так плохо пилит? Она тупая? Угу. Она тащить нельзя? Ножовкой можно так с такой скоростью отпилить. Тяжело так это, надо что-то думать. Вот доски оторвали. Вот у столбов ставят железные пасынки. К ним привязывают. Прикручивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, тут много столбов. 17, Игнатьевич. Да. А что ж такой точностью? Это можно было бы... Там-то вверху, тем более, нет, никакой роли нет. А? Птицы, чтоб не смогли пролезть. Ну, какие там птицы-то, если ты на 2 миллиметра? А теперь заново ширкать. А там маленько тут. Да, конечно, маленько или много. Пилить-то разницы нет. А выдерга-то чья это? Ну, это все Игорь Александрович. А? Все Игорь Александрович. Давай. Понимаю. О! Посмотреть, я говорю, еще. Пилить, пилить. Я говорю, ножовкой можно так отпилить. Он у него на сзади. Она несет, скрипит только. Но... Да отмерил не так, сейчас заново перепиливать. Вот надо точно все, щупать. Бетономешалка, бетон подмешивает. Добрый день. А ты можешь не на большой... А на чем ты? На этой? Выправлять на деревянной, когда отпилен, как вот эту стамя поставить, если вот. Это намного легче гвозди выправлять. А там выправлять, когда уже там бывает сильно загнутый. Они сильно все загнуты. Ну и все равно, да, они сильно загнуты, вот так прям переломлены почти у шляпки. На деревянной трудно, она вбивается просто. Вертикально поставить, я тебе сказал, вертикально. Чурку отпилить вертикально, это самое лучшее. Попробуй, поставь ее. Ну это, конечно, надо дома отпилить, чтобы отпилили тебе от березы или как, и вертикально. И что ты на коленочках, да взял такой вот короб дует, скамеечку-то. А на скамеечку какую-то подушку положил. И ты даже не устанешь, и ничего, и... Я на 2 ведра, наверное, таких навыправлял полных. Ну, там на этой, что ли? Да, на этой. О, вот на это сядь и правильно ее поставить, это чтобы было. Это ж можно было закопать, а так. Посмотри как. Оно тебя не будет выскакивать, это. Его даже держать тебе не надо будет, а гвоздик чуть-чуть прижал сверху. Видишь, это у тебя маленькая, а когда она будет большая такая, в два раза больше ведра, тебе даже нужды никакой нет. И ты быстро-быстро это сделаешь. Я все время, как делать нечего, я гвозди управляю, сижу. Вот управляю. Видишь, она лучше на это, как на железке она крутится, а тут нет. И рука не устанет. Ну, удобно? Да. Только надо чурку сказать, чтобы сделала. Я пойду отцу скажу. Ты не против?
Да не надо. Да нет, что не надо-то? Она тебе всегда сгодится. И хорошую скамеечку. Мягкая подстилочка, чтобы это не давило сзади. Рём, а вот он пенек. Смотри, иди сюда, дорогой. Даже говорить не о чем. Во! Бери его в тенечек. Теперь только тебе сделать эту скамеечку надо. Откати его туда. Любой гвоздь, только ты его не руками держи, положи гвоздь. А вот так положил гвоздь, придавил маленечко и рукой придавливай сверху. Ну, где заканчивай, чтобы он не перевернулся. Тебе даже нужно никогда другое не делал. Только с торца дерева. Она маленечко вдавится и не дает вертеться. А на кувалде-то что, она открутится, вертится. А ну-ка давай. Ага. Теперь мне надо найти хороший пенечек тебе. Ну-ка. На-ка, поснимай меня. Посмотри, что у меня получится. Старого человека. Так. Ага. Это вот это вот, да? Да. Вот я его беру, смотри. Вот так вот. Тут рукавичку надел, вот. Горбушок у него. Опять повернул его. Все, готовый. Следующий. Я обычно вот так вот делаю. В руку набираю несколько штук, чтобы быстрее дело шло. Ну, вот большой этот оказался хороший. А этот вот с нескольких. Его надо в одну проекцию загнать. Вот два изгиба в разные стороны. Так, в одну уже сделал. Так. Теперь еще с этой стороны. С этой. Повернул вот с этой стороны. Вот, а бывает иногда сильно загнутый. Тогда на железке. Готово дело. А, вот он как раз такой. Сейчас я покажу. Вот. Вот этот на дереве выправить. А вот этот загнутый, который, тогда можно положить его на... У тебя где-то тут кувалда была. На кувалду. Тогда можно на кувалду прям по этому месту вот побить. Так она может не забиться. Я положу, показать тебе. Вот, смотри, вот это большой. Что тут у него? Ну, выпарить в этом направлении. Раз. Идеально. Смотри, гвозди только отлетают. Теперь вот он. Я его пальцем, ну, пальцем на перчатке. Готово дело. Его не надо держать. Совсем не надо держать. Готово дело. Дальше это было вниз. Это маленечко. Это опыт. И хочу тут опыт. Бери его по горбу. Прямой будет. А то говорят, горбатого могила исправит. А молоток для чего? Вот он, горбатый гвоздь был. Ни к чему не пригодный. А, только отлетает. Гляди, теперь я вот опять целую горсть набираю их. Знаешь, а вот эти вот надо щипцы тебе сразу откусывать. Вот так вот. Видишь, она не откусила фабрика-то. Ну, откусить. У меня щипцов-то нету. Здесь нет. Нету. Надо взять щипцы. Не плоскогубцы, а щипцы. Он должно быть у вас будет где-то. Видишь, что тут это? Ой, маленько. О. Да это у тебя-то вообще быстро как пойдет. Вот он. Поставил его. Три удара и все. И притом его пальцами держать не надо. Ты просто вот прижал маленечко. А когда в перчатке, ты даже не заметишь. Вот он в двух направлениях кривой. Его поставь как прямо. Вот теперь два горба в разном направлении, но они уже не перпендикулярные. Все. Ну, это мелочь. Ты, я не знаю, нужны тебе или нет. Еще немножко возьму, покажу. Вот она, горб. Пальцем прижал. Ничего больше не делать. Одно удовольствие. Ну, вот он горбатый. Но опять же вот это вот. Я скажу отцу, возьму гвоздь. Это сейчас выправлю, чтобы дал тебе щипцы. Что же это так? Это мучение и неправильно это. А ты за это же время сколько сделаешь? Отнеси в тенечек. Что тебе здесь? Вот так. Ты, парень-то, послушный, у тебя все получится. Я пошел. Ну-ка попробуй.
доска-то у тебя еще не ровно. Под доску там подложить что-то или подтесать, вот где он. Лопата-то есть здесь? Лопата есть. Да, вот подтиши этот бугорок-то, чтобы она у тебя ровно и легла. Подтиши ему, подойди. Доску положи ровно. Скинь ее доску-то. Скинь доску-то, а так подруби ее, как полочку сделай на земле, а туда положи. Это называется место рабочее твое. Все? Все, теперь прямо. Сначала отруби ее. Глубже не надо. Ты ровно, чтобы делай, ровно. Это далеко, а то тебе низко будет сильно, да? Ну-ка. Вот там тот угол подрежь, так и надо... Ну ладно. Все, теперь заложи ее доску-то туда, и ты увидишь, как она у тебя будет. О! Все. Теперь надо как-то палаточку, чтобы сидеть тебе было удобно. Бог помощь. И ты этот пенек никуда не девай. Потом домой унеси его, когда кончишь работу-то. Он на будущее сгодится. Вот он сколько столбов заменили. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь. 7, 8, 9 доски, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И там 17, 34. Ну и понятно, что и здесь боковые тоже 34, по 40 подойдет. Это посередине стоят столбы. Пойду сейчас к Игорю поговорю. Вот. Никита тут. Никита, говорю, Виталий наколол. А там высоко. 3 метра. Все. Ушел.